Ты будешь говорить. Да, он лагает. Да врешь ты все, Славик. Вон МД поговори, да? Да, прям. Пошли, давай на месте разберемся. Маги, поставьте столик сразу. И шкаф там поставьте пока. Прыгните еще. Славик, дай ассиста мне. А у нас что, два хулипала в рейде, да? А частица работает только одна? Или обе работают? Нет, мы два танка накинули и все. Не, в смысле, на одну цель только одну можно частицу. Не, я понял. Давайте суммоним Андриагу сейчас. Смысла в этом мало. Андриага, ты где там в группе состоишь какой? Да все тут. Ты прогружусь, подожди. Ого, нет, пропишем в РК. Сейчас жди. Там скажешь, когда тебе подкинуть? Каску шаманам, пожалуйста. Погодите, пока не бафайте. Сейчас сумнем еще сову, потом фулбал дадите. Шаман один, можно и дать сейчас каску. Суммоньте сову. Все, в клубах. Андреага, спекайся в сову. Это, погоди, замени этого ДК и ДП сейчас, я либо магом, либо котом кем-нибудь. А чё у тебя? Иди анхолика. Ну там анхолик же есть. Нету анхолика. На N какой-то, не в ДК. Он фрост ДК. Давай заходи, анхолик. Я не хочу ему идти, мне сколько нужно, там бой забирает. Блять. Время собирать рейд. Сейчас опять АДК не будет.
Мага суммоним быстрее. Прошел сум? Да. Вижу. Давайте фулбаф. Интеллект. Кто второй танк, пожалуйста, скажите мне. Кроме дубасика. Шумосвод. Что, у нас дубасик? Нет типа протопала, да? На Animal Jazz протопал. Ну тогда дубасик. Кто тогда первый? Шумосвод и Animal Jazz, вот танки. Спасибо. Почему у нас два хулипала с Аэри? Давай в ДД. Нет, у него. Втроем захилим. Да ладно, пойдете на расслабленный, чё вы паритесь? Быстрее пойдем, если в ДД он будет. Да нет, одним особо не будет быстрее. Если упадем, нифига не быстрее будет. Давайте быстрее. Бафить уж. Все, все готовы, ТК начинает, поехали. Геру. Все под босса, шипы, психа. Шипы. Опять. Ахань тебе шип. Бейте только в лужу, стойте. Шип, что не разбивают? Че там с конта до сих пор не сбили? Все, ДК разворачиваем. За спину. Единственный выход. Мага, о, крестник. Да, пояс упал, заебись. Давай на ролл. Блин, как я знал, что надо на магии? Сука. Пиздец, нахуй. Тромбон по фану кидает. Мне просто интересно, сколько вытянул бы. Ага. Пошел, называется, на хиле. Я не знал, что на магии надо. Не, я вот на кота роли, я писал. Я сказал, что я по фану. Кину ролл. Да он проверит, да, срогил бы магом или нет. Ну где шаман-то? Не стоит, давай да. Подбегай. Я уже больше года этот поезд забрать не могу на магу. С учетом того, что я только и не играю в основном. Все, бека, пошли. Проще с Гера его по ПВП забрать. Ага. Ага, он вообще не падает, блядь. Я с обычки его забрать не могу. Я его в дропе не вижу никогда. Демоне прикольнее играть, чем здесь, арки. Короче, на этом боссе духи, лужи, пофиг, сидите и бьете, и все, что быстрее было.
Так мана изначально, чтобы я выпил полностью и все. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах. Че, вкусно вчера в Геру сходили? Ой, блин, ну нафиг не напоминали. 5 часов. Пипец, сураки. Че, не был? Не, я работал. Короче, тебе повезло, что не был. Ну я наслышал уже. Что там с манной? Азарку залейте МД, Дряга. Я МД поехали. Уже залил, только что Инна. Хулипала, пинай. Ты погнал. Давай, слева ты справа. Стопните, подойди, сейчас пачка треша будет. Видите трешу лучше. Противится моей воле. Я вот контроль. Ну и все, переводим. Нахуливайте на ДК. Ваня, не води, стой в одно место и все. И бейте похуй. Духи, центр. Да хуй на них. Дайте иннер МД и погнали. Все, не стойте у лута, идите дальше. 12 секунд КД. Грудатель на ох. Дай мне сапоги, если им кому не надо.
кто каски бафает. Адекват. Вот, это в чате автоматом отправлялось? Сколько нахуй начислять? Это ролл был? Или просто оно линканулось, что выпало? Благодарю духов, что они послали нам... В рейчате. Олег, дайте маги и дай каску по локам, паладин. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его... На этом, на кораблях дам. Уже дали вроде. Откуда все ползет-то? Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Че, всего висит? Да, бой висит. О, ребята, давайте этот трэш тогда убьем, бой висит. Давайте все назад. Зацепился от него и шло. Видите, мы поднялись с лифта. Все его пошли помыть. Все еще бой. Не, по-любому бой. Давайте обратно. Да блин, кто там шипит? Один хрен. О, спал. Спал. Рейчат, посмотрите. Реально. А погнали с нуля? Да нет. Я бы еще сходил. Как... Вдруг серебра сапоги упадут. Еще один пояс. Я внутри пропало. Может пойдем? СРТ, не забывайте про гер. Ты как полетаешь? Я на нашем потанчу. Берите ранцы все быстрее. Ну чё там, кто ещё? Пока что. Запускай его, перекинь потом. Да.
мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Оркрон, взлетаем! Слишком далеко. Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Так что, если не падать неофаса и не покидать Инс, то когда не повесится? Сейчас посмотрим, что там будет. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Дядя, что Слава пишет? Корабль под обстрелом. АФ тоже два раза. Десятка. Ну КД нету. Да все, его уже не было. Не, я думал, может, ну, нам сейчас босса убьем, он опять повесится. Можно просто после сурка перезайти. Вдруг воля выпадет. Так давайте уже полностью пронести. Вон Слава же сказал. Поставьте рыбу, если есть. Где-то гармория поставилась. Вот кто сейчас заврил, шипит очень. Кто сейчас заврил, шипит очень. Да-да-да. Переподключи, попробуй там. Я попробую тогда сказать. Чё, рыбы нет ни у кого? Лучше? Нет, нет, так же, так же. Я тебя слышно, но шипит очень. У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. А чё, кто ливнул? Из пятой пати. Сердце Дренор. Я бы не позволил чернокнижному собрать его. Он был бы в безопасности в Дренаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. В смысле расход? Жалкий старик. Вообще пофиг на КД. Чуть очара больше не забрал.
Есть, Коля. А, ну где монеты? Есть. Не, на ручи. Запад тоже норм. В Африке, короче, на один побольше дают. Мы похороним тебя, как подобает. В Награнде, рядом с матерью и предками. Mm. А что, варом нету лад каких-то с РПБ? Не отрекайтесь от нее. Ну блин, они же с ловкостью. Так это идут идут варом. Ладно. ДЦ. Все, открою. А слышно меня, нет? Да. Да. Хорошо. У нас море паладинов. Планы у нас. Выйти, надо ее убить. Да, сразу. Обязательно верговать, можно просто ее вытянуть сюда. Надо сначала ее сагрить немножко. И потом уже так оттянуть. Если просто притянуть ее, она не притянется.
А у тебя что, Wi-Fi? Я тут. Я тоже хаву. Я в печали. О, первый умер. ГП ему. Ага. Там 3 человека только что упало. Просто пол упал, у меня КДБР. Друиды. Может, ты репух поднимешь? Там камни БР блоков. Ты типа еще раз хочешь этим паладином, да? Animal Jazz, знаешь, как упал? Он просто пошел со стеками, со стаками и все. А хули пал не дал Боб. Афы. Могли же. И МП5 тоже дать шаману. Офнулся сейчас на этом, окажется, на колбище. По локам. Да кикни ты уже тогда мага и все.
вообще с полоком паладина. Он офнулся. Он офлайн. Он офлайн. По крайней мере, у меня. Так у меня тело-то один хуй должно валяться где-то. А чё ты не добираешь? LG зашёл. Он зашёл. На кладбище. А у LG на кладбище? Он в ледяной короне. Угу. Можно кикать. Он в ледяной короне. Не в ледяной короне, а как он зашел. Воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валадару свершить отмещение. Теперь вы видите, насколько мы сильны. Я подобрал. Келесета никто не танчит. Меня просто Келесет убил, у меня висел костер. Диван на эрдру. У входа. У входа киньте диван кто-то, паладины. Зачем? Чтобы я вас резнул. А чё, не танчит никто? Падайте, у нас с танками одному нет. Вон бегает он, хули. Он думал, падаем и ушел, убежал к воротам, блядь. А хуй вы пуляете, если он чек не подтвердил? Ну ладно. И пролитая сфера сделала меня. Насладитесь болью. Не стоит. Моя чаша полна. А он все будет как. Теперь заберите Лисета или БР сумасвода. У Андреяги нету БР, она БРила в лука. Ну блин. Хотя не, не. Да. Протопал умер. В смысле расходимся? Есть еще один диван. Так если мы сейчас пойдем, типа, ну как сейчас зайдем в инст, у нас... Да нормально. Руки нет что ли, или что понятно? Да вы не паникуйте, может мы не получим еще КД. Нормально, войд под этим, под баблом. Мало, нахер ты келя трогаешь? Все. Ой, прямо возле тебя лежу. Резни. А почему распускать? Пойдем с нуля опять. В 7 часов сходим. В веру. Ну вот, если ты не хочешь, зачем распускать? Нахуя уже выходили? Давайте попробуем зайти. Понимаешь, что ты вот в этом сам виноват? Вот в этот вайб на принцов.
Да, хуй с ним, забили уже все. Потому что ты спулил, сумма свод не подтвердила, а ты спулил. Ну как готов, если так он отошел чекал, на 2 минуты? Это 3 минуты до пула. Да, короче, пойдем завтра, да и все с нуля, ебал в рот, что здесь, ставь на 6, Геру, пойдем Геру нормально. А так все уже, выходили. А че, ВП не бот? Ну да и похуй на него. Трепать или как? Не, не бот. Уже на Геру все придут? На 7 часов? Или как? Славе, пойдем в Рожку, сходим в Бличку пока. Я кушаю, меня когда пока.